Бельцы, добрый вечер! Как настроение, дорогие друзья? Дорогие друзья, я очень, дорогие бельчане, я очень сожалею о том, что в этот вечер я не нахожусь рядом с вами, я не нахожусь рядом с вами в наших родных Бельцах. Вы прекрасно знаете, что благодаря той работе, благодаря всему тому, что мы делали в течение года, случилось то, что мы стали неугодными центральным властям, Кишиневе не нужен мэр, который вычищает коррупцию на муниципальных предприятиях. Властям не нужен мэр, который уничтожил все схемы на рынке. Они привыкли к застою в Бельцах за 15 лет, а мы вместе с вами этому положили конец. Я очень люблю всех вас. Я хочу вас поздравить с наступающими праздниками. Я очень рад, что в Бельцах у нас так же, как и в прошлом году, красиво и уютно. И мы в очередной раз вместе с вами стали новогодней столицей Республики Молдова. С чем я вас всех поздравляю, дорогие друзья. Я много раз говорил о том, что в Кишиневе делают то, что могут. А мы с вами делаем все так, как надо и так, как мы хотим. Бельцы являются гостеприимным городом. Я знаю, что организована масса мероприятий для детей. Праздничные дни у нас продлятся на площади. Праздничные гуляния будут длиться около месяца. На Новый год откроется социальная столовая, бесплатная для тех, у которых, к сожалению, нет элементарно даже продуктов в холодильнике из-за тех же плохотников и всех тех негодяев, которые руководят страной. Я вдали от вас, но я продолжаю бороться. Я обязательно вернусь. Самое главное, вы не пускайте глаз этих проходимцев, которые уже городом руководили и пытаются сегодня вернуться. Я вас очень люблю. Мы обязательно победим. Всего вам доброго. Увидимся с вами в 12:00 на Красной площади. Я буду на Красной площади, вы на площади в Бельцах 31 декабря ночью 23 часа 59 минут. Я вас очень люблю. Всего доброго вашим семьям. Все новогодние пожелания выскажу в ночь с 31 на 1. И мы обязательно с вами победим. Потому что бельцы рулят! Спасибо, Ренат Георгиевич! Мы с вами! Друзья, поддержите! Я вас люблю, всем хорошего! Мы вас тоже любим!